180 поселков и 39 участков автодорог взяты на особый контроль в Карагандинской области. На карте региона это точки, подверженные паводкам. Запас снега в этом году превышает многолетние показатели и вызывает опасения. Как в регионе готовятся встретить весну, в нашем следующем материале. В селах снежные переметы выше крыши. Машина задула с крышей. Вот она. А в областном центре снежные горы выше Терриконников. Только в феврале в регионе выпала пятимесячная норма осадков. Даже в степи глубина снежного покрова на 30 сантиметров выше прошлогоднего. При этом снег тяжелый, запасы влаги на 60% больше обычного. Все это вызывает тревогу. Основной упор делается сейчас на вывоз снега. По области 1,5 миллиона кубов уже вывезено снега. Это большое очень количество. Караганда здесь, естественно, очень много снега, поэтому сейчас активно большое количество, порядка 800 тысяч кубометров снега именно вывезено с Караганды. Поэтому здесь тоже могут быть отдельные моменты, связанные с подтоплением дворов. На водоемах начали увеличивать сброс воды, а в ближайшие дни на реках начнут взрывные работы. Искусственно вскрывать лед планируют на 20 участках. Особое внимание уделено автомагистралям. Обычно именно дороги становятся искусственной преградой для спокойного прохождения паводковых вод. Потому под контроль взято 39 участков дорог, 16 мостов и 400 водосточных желобов. В связи с тем, что выпала большая норма осадков, есть нехватка в количестве техники по уборке. Очистку снега нужно производить не только на проезжей части, но и на обочине дороги, ввиду того, чтобы весенний период не переувлажнить земное полотно. По прогнозам синоптиков, активное снеготаяние начнется традиционно в третьей декаде марта. И к этому времени все подготовительные работы должны быть выполнены. 4. Караганда.